Итак, файл сформирован, его можно загрузить. Нажимаете на стрелочку или здесь на загрузку. Открывается такое окошечко. Нажимаете ОК. Открывается архив, в котором находится сформированный файл. Все сформированные файлы имеют одно и то же название Result. Поэтому сначала вы извлекаете в удобную для вас директорию, например, на рабочий стол. Вот он. После чего вы переименовываете его в соответствии с вашей темой. Например, так. Также нам необходима и вторая часть анкетирования, в которой находятся социально-демографические вопросы, как то возраст, пол, уровень дохода, курс и так далее. Этот блок имеет название «Соцдем». Его необходимо выгрузить абсолютно аналогичным образом. Экспортировать все отдельные ответы, файл SPSS, экспорт. Опять же, я уже выгружал эти данные и не один раз. Здесь появится аналогичная стрелочка. То же самое. Открываем. Выгружаем. Закрываем, смотрим. Появились. Тоже переименовываем.